Наша основная задача, что когда пациент приходит в поликлинику, чтобы он минимум тратил времени из-за каких-то организационных моментов. Поэтому, конечно, у нас был очень большой прорыв в том плане, когда мы отказались от движения электронной карты на бумажном носителе. Очень пациентам полюбился наш функционал и результаты обследования в электронном варианте. Да, особенно это прочувствовалось на тех учреждениях, где несколько филиалов, да, когда мы должны были обеспечить и движение амбулаторной карты между филиалами, и когда у нас лаборатория находится в головном офисе, а результаты анализа на бумажном носителе мы должны доставить в филиал. И, ну, естественно, из-за этих вот организационных моментов значительно страдало качество и удовлетворенность наших пациентов. Сейчас мы эти моменты, благодаря информатизации и 100% переходу на электронную амбулаторную карту, исключили.